А именно магний водород, это продукт биохакинга. Его нельзя поставить в линейку с БАДами. Почему? Потому что этот продукт, который сегодня нам предоставила компания, является и диагностом нашего организма, и доктором для нашего организма, и много-много еще вещей можно сказать о нем. Что такое биохакинг? Биохакинг, то есть почему продукт биохакинга? Он открывает скрытые возможности нашего организма. Водород, магний водород открывает скрытые возможности нашего организма. То есть те ресурсы, которые в нашем организме есть, они активируются очень мощно. Поэтому назвать его лекарством невозможно. А если и называть лекарством, то абсолютно нового поколения в том понимании, в котором мы привыкли. Потому что лекарственные средства сегодня в основном убирают симптомы, заболевания не лечат, переводят заболевания в хроническую форму. Что делает магний водород? Магний водород, попадая в организм, он сначала его диагностирует, убирает всю грязь, то есть это мощнейший антиоксидант на земном шаре. И после этого начинает работать абсолютно с каждым органом, с кровью, с лимфой, с каждой жилкой нашей в нашем организме. Как это все происходит? Нам предоставлена капсула. Вот у нас есть продукт. В 2007 году японскому ученому, давно уже японцы изучают активный водород. Вы все со школы знаете, мы все с вами знаем абсолютно со школы, что водород – это самая мелкая молекула на земном шаре. Она стоит первая в таблице Менделеева. Она настолько мала, что она проходит спокойно сквозь стекло, дерево, металл и так далее. То есть преград для нее нет. И вот в 2007 году японскому ученому, доктору наук, была дана Нобелевская премия. Он доказал, что водород выделяется именно в кислоте. И нам сегодня с вами предложена капсула, которая выделяет в ней самой водорода нет. Газ затолкать в капсулу невозможно. А выделение водорода начинается в желудке, а именно в кислой среде, в желудочном соке. Когда соприкасается капсула с желудочным соком. Я рекомендую еще выпивать немного подкисленной водой, запивать, потому что очень у многих атрофия желудка, и хуже от этого не будет. То есть навредить невозможно. Итак, попадая в наш организм, что происходит с нашим организмом? С нашим организмом происходит следующее. Когда начинает выделяться водород, первое, что он делает, он разжижает кровь. Реологию крови приводит в порядок. Значит, если приводится в порядок реология крови, то и реология лимфы, и всех жидких субстанций, всех жидких соединительных тканей. То есть кровь – это жидкая соединительная ткань. Где у нас еще соединительная? Соединительная ткань – это каркас нашего организма. Волосы, ногти, кожа, все пленочки, абсолютно кишечник, все сосуды наши, все. То есть я не буду перечислять там лимфатические сосуды, желчевыводящие пути, кровеносные сосуды, артериальные, венозные и так далее. Вот, абсолютно все сосуды, которые присутствуют в нашем организме. Все слизистые оболочки. Это весь эпителий, который находится и внутри, и снаружи, начинает приходить в норму. Но первое, что делается, реология крови приходит в норму. Соответственно, разжижается желчь. Уходит лимфостаз, значит, растворяются тромбы. В течение недели растворяются тромбы. Вот так работает водород. Он работает очень быстро. Что же происходит с нашим организмом? Почему наши ресурсы возрастают? Первое, что водород делает, он чистит наш организм. Как он чистит наш организм?
в нашем организме, оказывается, большой урон нашему организму наносит атомарный кислород. То есть либо озон, как хотите, назовите его, атом кислорода с минусом. И вот водород, соединяясь с кислородом, дает нам кластерную воду в наш организм. То есть он гидратирует каждую клетку, он гидратирует межклеточный матрикс, он гидратирует, то есть абсолютно вот все, что есть в организме, весь организм. Почему сегодня, я считаю, это мое личное мнение, что мы с вами получили уникальный продукт. Потому что водород, который выделяется непосредственно в желудке, не потеряв ни одной капельки того водорода, который мы купили, люди расценивают, некоторые говорят, что это очень дешево для того, что он делает, некоторые говорят, что слишком дорогой препарат, не понимая, что он делает. Но сам факт, что полностью весь препарат, который мы с вами взяли в нашей компании, идет, расходуется именно в желудке. Я уже говорила, что водород – самая мелкая молекула на земном шаре. Что же происходит, если мы покупаем в других компаниях в таблетированной форме? Либо мы приобретаем уникальнейшие генераторы водородной воды. Их сегодня очень много. И я тоже начала с генераторов водородной воды, с отрицательного УВП и так далее, и так далее. С водой я работаю уже больше 30 лет. И могу вам сказать так, уже как, с первых генераторов у меня и на стене висит южнокорейский. Кто у меня дома был, знает, он сейчас, по-моему, за 200 с лишним тысяч стоит. И на столе стоит маленький водородный генератор портативный, который можно с собой брать. Но это очень удобно. Можно почистить любую воду. Действительно удобно, когда с собой находится вот такая штука. Но чем уникален именно наш продукт? Когда мы делаем воду в генераторе, водород улетучивается, он сквозь стенки улетучивается, сквозь стекло. Когда мы делаем в кружке, то же самое происходит. Вот у меня есть кружка, я из нее пью, и все замечательно. Да ради бога, не вопрос. Вопрос-то в том, сколько того водорода попадает в организм. А в нашей ситуации, то есть если таблетку мы берем, японские таблетки, они подешевле, кстати, на Валберисе. Магний, водород, есть таблетки, там по 3-400, по-моему, стоят. Мы бросаем таблетку, в коралловом клубе есть тоже, как бы выделяется водород, саше. Вода великолепная, я не говорю, что это плохо. Мне очень нравится. То есть, но когда вот растворяется таблетка, весь водород по факту уходит наружу. То есть, она растворяется по типу УПСы. И пока мы же не будем пить, когда она растворяется, газ этот заглатывать, а по идее надо было бы. Вот. То есть мы выпиваем, когда уже таблетка растворится. И выпиваем эту воду. А у нас в данной ситуации мы с вами получили водородный генератор внутри организма, когда выпиваем капсулы. То есть быстро растворяются. Они растворяются в течение полутора минут, двух минут. И получается, что весь водород, который выделяется при этом в желудке, идет на обработку нашего организма, идет на обработку грязи в нашем организме. Изначально гидратируются все клеточки. Убирается вот этот вот озон, который наносит особенный урон нашему организму. То есть окислительный процесс происходит с помощью него в нашем организме. Очень много озона у раковых больных, у людей, у которых опухоли присутствуют, у которых воспалительные процессы. То есть он тут как тут подкрадывается. А если еще организм закислен, то на этом фоне у нас и хламидия, и трихомонада, и куча простейших, и бактерий негативных, и так далее. И человеку плохо. Они с удовольствием, герпесы, они с удовольствием сжирают миелиновые оболочки нашей нервной системы. У человека начинаются атаки панические, магния катастрофически не хватает, селена не хватает, и пошло-поехало. То есть и человек начинает разваливаться.
Если один орган пострадал, человек начинает разваливаться. Не бывает больных суставов при здоровой печени. Не бывает диабета при здоровой печени. То есть мы должны это усвоить. Взаимосвязь в организме, она моментальная. То есть голова связана напрямую с кишечником, с желчным пузырем, со щитовидной железой. Там вот головные боли у людей присутствуют. Что делает дальше водород? Если он растворяет тромбы, давайте вот по порядочку пойдем. Вот попал к нам водород. И как солнышко начал распространяться, для него нет преград по всему организму. Он растворяет в крови, он растворяет тромбы. Кровь становится текучая. Понимаете, он их не отрывает, не разжижает. Он их растворяет, как сахар в кипятке. То есть вот картинку рисуем себе. То есть мы должны четко понимать, что тромбов у нас уже не будет. Соответственно, варикоза у нас тоже не будет. Правильно? Геморрой у нас тоже уйдет постепенно. И он всю соединительную ткань делает более эластичной. Он спокойно проходит через липидную оболочку клетки. То есть липидная оболочка – это жировая оболочка. Она должна защищать клетку, не пускать туда какие-то негативные моменты. Чаще всего, когда в клетке застой, она вообще закрывается, ничего в себя не пропускает. Ну, хоть запейтесь тех добавок. Вот вы, наверное, видели в одной сетевой компании, человек прям кричит: «Ой, прям мне две штучки, уже все помогло». А другой говорит: «Я год пью, мне вот ничего не помогло». Одному помогло сразу, а другому год ничего не помогает. То есть в чем суть-то? А суть в том, что не проходят вот этот барьер, БАДы, многие не проходят вот тот барьер, который должны были бы пройти. И говорят, работает на клеточном уровне. Чтобы препарат работал на клеточном уровне, он должен попасть в клетку. Для этого должен быть еще какой-то катализатор. Очень хороший катализатор сейчас используют при БАДах. Это черный перец, вытяжку с черного перца. Вот. Магний у нас тоже является определенным катализатором. Без магния больше 300% в организме затормаживаются. То есть это наша нервная система. Вот. Это наша нервная система. Это наша память, это наши мысли, это наш мозг. И вот хочу сказать, что магний настолько мелкая молекула, водород настолько мелкая молекула, которая спокойно проходит энцефалопатический барьер. Вот. Активирует нейроны, налаживает связи в головном мозге, активирует центр речи, центр, ответственный за обучение человека, активирует, там у нас очень много всевозможных центров. И вот эти центры начинают активироваться. Я не могу сказать, насколько быстро они активируются и у кого, потому что у всех болезни разные, абсолютно разные. Каждый болеет по-своему, и каждый организм абсолютно уникален. Что происходит? Вот в связи с этим у нас отходят такие болезни, как Альцгеймер, Паркинсон, рассеянный склероз убираются. Все системные деменция останавливается, старческая деменция. Уходят системные заболевания, то есть те неизлечимые заболевания, которые считаются у нас неизлечимыми, они уходят. Вот. И вопрос, почему сейчас появились вот эти неизлечимые заболевания? Кто сказал, что они не излечиваются? Это нам сказали. Но мы же с вами знаем, что происходили чудеса в этом мире, происходят. Вот. И водород – это один из тех продуктов, которые действительно нам, у нас на глазах происходят с ним. С применением водорода происходят чудеса. И что происходит в организме дальше? Так, чтобы было совсем понятно. Проникая сквозь клетку, водород вычищает абсолютно каждую, все органеллы в нашем организме.
в том числе митохондрии, и идет непосредственно в ядро. В ядре он начинает чистить или, так скажем, приводить в порядок ДНК. Тут очень много сетевиков присутствует, были в разных сетях, и, наверное, слышали такое выражение: наш продукт удлиняет теломеры. А если удлиняет теломеры, сначала только американский был, потом, значит, у нас в России куча таких продуктов удлиняет теломеры. Кстати, очень много трав, которые удлиняют теломеры, есть. Вот. Так вот, наш водород это тоже делает, потому что он ДНК приводит в порядок. Первый момент. Второй момент. Проникая в каждый орган, он начинает его стимулировать. То есть в каком плане стимулировать? У нас в каждом органе находится 25% полипатентных клеток, которые знают, как надо работать правильно. Либо стволовые клетки, так, в каждом органе. Основные стволовые клетки, которые для всего организма, они находятся в костном мозге. Они тоже стимулируются, то есть идет выделение стволовых клеток. Организм начинает омолаживаться, органы начинают работать по-другому. То есть вот эти клетки, которые здоровые, вот давайте с вами представим, вот у человека жировой гепатоз печени, первая, вторая, третья стадия, печень работает совсем слабо, плохо, то есть она не чистит кровь так, как должна была бы ее чистить, и начинается фиброз, и после этого цирроз. А вот эти клеточки, которые сидят, которые знают, как правильно работать, они не работают. И как только происходит их активация, они начинают работать на той правильной частоте, на которой уже больные клетки работать не могут. И больные клетки постепенно, постепенно, постепенно уходят, отмирают, а здоровые клетки разрастаются, и орган обновляется. То есть так происходит с каждым органом, когда эти полипатентные клетки начинают пробуждаться. Они могут не пробудиться у вас и до самой смерти. Водород это тоже делает. И это делают пептиды Ховенсона. То есть мне задают вопрос, и что? От всех болячек одна таблетка? Я говорю, от всех болячек одна таблетка. И вот организм человека не настолько сложен, оказывается, насколько его изучают. Не так, говорит, страшен черт, как его малютка. И вот, то есть мы четко должны понимать, люди говорят, ой, у меня гангрена на ноге. Почему это гангрена на ноге? Застой крови. Плюс ко всему, бактериальное загрязнение, когда уже что-то у нас гниет, отмирает. Пейте водород, он вычистит все и остановит все. Он снизит сахар, он снижает очень хорошо у диабетчиков сахар. Первый момент. Он растворяет камни в печени, он растворяет камни в почках. В печени они смыливаются. Он выгоняет билирубиновые пробки и камни из печени, вычищает все 4 доли печени. Но мне задают вопрос, а сколько мне его пить? Откуда же я могу знать, сколько вам лично надо его пить? Во-первых, я не вижу вас в глаза. Во-вторых, я не вижу, какой у вас диагноз. И потом у каждого человека организм работает по-разному, абсолютно по-разному, пока не выздоровеете. Пить надо. Еще момент такой, то есть наши органы начинают работать, головной мозг начинает работать.